أسماء الحسنى These are the names of Allah أسماء الحسنى They are the names of Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته У нас продолжение цикла лекций имена и атрибуты Аллаха Субханаху ва Тааля. Сегодня хотелось бы рассказать о имени Аллаха Азза ва Джаль Аль-Му'иид. Одно из имен Аллаха Субханаху ва Тааля, что в переводе на русский язык означает «возвращающий», «восстанавливающий». Имя Аллаха Аль-Му'иид, как и другие имена Аллаха Субханаху ва Тааля, упоминается вместе с другим именем Аллаха Азза ва Джаль Аль-Мубди, начинающий, создающий. Я на прошлых уроках рассказывал, что среди имен Аллаха Субханаху ва Тааля есть такие имена, для полноты которых передают, рассказывают вместе с другими именами, имеющие противоположный смысл. Как Аль-Хафиду Вар-Рафи, Аль-Ауалу Валь-Ахир, Аль-Кабиду Валь-Басид, Ар-Рафиу Валь-Хафид и другие имена. Точно так же имя Аллаха Аль-Му'иид, возвращающий, восстанавливающий, упоминается вместе с другим именем Аллаха Субханаху ва Тааля Аль-Мубди, начинающий, создающий. Прекрасное имя Аллаха Субханаху ва Тааля Аль-Му'иид означает, что Аллах воссоздающий то, чего уже не было, чего уже не стало. Повторно возвращающий к жизни после смерти, возвращающий все живое в мертвое состояние, а затем на том свете оживляет их, возвращая их к жизни. Аллах Субханаху ва Тааля, как Он создает, точно так же Аллах Субханаху ва Тааля также возвращает их, как они были прежде. После того, как умерщвляет Аллах Субханаху ва Тааля, возвращает их заново на том свете для того, чтобы воздать каждому по заслугам. Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране: «Амман ябдау л-халка тумма ю'иду, ва ман ярзуку минас самаи валь-ард, а илахум маа Аллах, кул хату бурханакум ин кунтум садикин». Кто создает творение изначально, а затем воссоздает его и обеспечивает вас пропитанием с неба и земли. Есть ли Бог кроме Аллаха? Скажи, приведите ваши доказательства, если вы говорите правду. В другом аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: Аллах создает творение в первый раз, а затем воссоздает его, а после этого вы будете возвращены к Аллаху, к Нему. Всевышний поведал о том, что Он один создает творение из небытия, а затем возвращает их к жизни. Таким же образом люди будут воскрешены после смерти в судный день для того, чтобы воздать каждому то, что они заслужили в этой жизни. Также Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране: «Скажи, путешествуйте по земле и посмотрите, как Он создал творение в первый раз». Мы же говорили, что Аллах Аль-Мубди, начинающий, создатель, тот, кто создал без примера, без проекта в первый раз. Аллах говорит пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям: «Скажи, пространствуйте по земле и посмотрите, как Он создал творение в первый раз». Затем Аллах создаст конечное творение, то есть воскресит их мертвых после судный день. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Следующее имя Аллаха, Субхану ва Тааля, о котором хотел бы рассказать, имя Аллаха Аль-Мухйи. Одно из имен Аллаха, что в переводе означает «оживляющий», «воскрешающий», «творящий», «дающий жизнь». Имя Аллаха Аль-Мухйи также упоминается вместе с другим именем Аллаха, который имеет противоположный смысл – Аль-Мумит, умерщвляющий.
Прекрасное имя Аллаха, субханаху ва та'аля, Аль-Мухйи, в широком смысле означает, что Аллах, создающий творение из ничего, без посредника, без помощника. Потому что Аллах, Аль-Мухйи, который дает жизнь, который творит. Дарующий жизнь и здоровье любому, кому пожелает, способный оживить после смерти. Это потому, что Аллах, субхану ва та'аля, Аль-Мухйи. Точно так же, подобно тому, как мы видим, как Аллах, субхану ва та'аля, оживляет землю, орошает его водой после того, как она высохла. Точно так же Аллах, субхану ва та'аля, оживляет сердца верующих посредством света имана, посредством Кур'ана, посредством познания его, Аллаха, субхану ва та'аля. Точно так же Аллах, субхану ва та'аля, оживляет из мертвой капли живую душу, живого человека, как Аллах, субхану ва та'аля, говорит в Кур'ане. Аллах, субхану ва та'аля, воскрешающий мертвых, наделяющий жизнью, и этого имени Аллах, субхану ва та'аля, достоин до их оживления. Аллах, субхану ва та'аля, тот, кто оживляет сердца своих рабов светом его познания, светом познания Аллаха, субхану ва та'аля. Сердце человека, когда оно далекое от Аллаха, субхану ва та'аля, она бывает мертвым, как сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Пример того человека, который вспоминает Аллаха, и того, кто не вспоминает, пример мертвого и живого, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Настолько человек далек от Аллаха, азза ва джаль, настолько у него сердце бывает мертвое. Настолько человек познает Аллаха, азза ва джаль, насколько Аллах прольет свет имана в сердце, в душу человека, настолько она бывает живее, она оживляется, она обретает жизнь. Поэтому Аллах, субхану ва та'аля, говорит в Коране: «Я айюха ладзина аману, истаджибу лиллахи ва лиррасул, ида даакум лима юхьикум». О те, которые уверовали, отвечайте Аллаху и посланнику, когда они вас призывают к тому, что дарует вам жизнь. Это в первую очередь иман. Как бы человек не жил в роскоши, если он далек от Аллаха, субхану ва та'аля, он на самом деле мертвый человек, его сердце мертвое. Иман, к которому Аллах и его посланник призывает нас, это то, что дает нам жизнь. Это потому, что Аллах, субхану ва та'аля, Аль-Мухйи, оживляющий, воскрешающий. Аллах, субхану ва та'аля, говорит в Коране: «Хуа юхьи ва юмит ва илейхи турджаун». Он оживляет и умерщвляет, и к нему вы будете возвращены. Дать жизнь существу, сотворить его из небытия, создать необходимые условия для его существования, это все это присуще лишь одному Аллаху, субхану ва та'аля, обладателю безграничного могущества. Однако большая часть людей не верует в возможность своего воскрешения после смерти и в невежестве думает, что Аллах, субхану ва та'аля, не способен их воскресить в судный день. Аллах, субхану ва та'аля, говорит в Коране: «Он привел нам притчу и забыл о своем творении. Он сказал: кто оживит кости, которые истлели?» Но обещание Аллаха, субхану ва та'аля, неизменно, и оно непременно произойдет. Аллах в следующем аяте говорит: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Скажи: оживит их тот, кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении. Следующее имя Аллаха, субхану ва та'аля, о котором хотел бы рассказать, имя Аллаха Аль-Мумит, что перевод означает умерщвляющий, усыпляющий. Для полноты смысла имя Аллаха Аль-Мумит упоминается, как и другие имена Аллаха, вместе с другим именем Аллаха, Аль-Мухйи, оживляющий. Аль-Мумит – это тот, кто предписал смерть каждому существу. Единственный, кто способен умерщвлять. Укорачивающий своих рабов смертью, когда хочет и как хочет. Умерщвляющий сердца, лишив их возможности познания его, лишив их светом имана.
Имя Аллаха Аль-Мумит означает, что Аллах единственный, кто способен умерщвлять. Аллах единственный, кто предписал смерть. Этого никто не знает, кто когда умрет и в каком земле он умрет. Аллах тот, кто умерщвляет сердца своих рабов, лишив их их познания Аллаха Субхану ва Тааля и света имана. Пусть Аллах Субхану ва Тааля не сделает наши сердца из тех, которые умерли, лишив познания Аллаха и света имана. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Скажи, о люди, я посланник Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Нет божества достойного поклонения, кроме Него. Он воскрешает и умерщвляет». Также в другом аяте говорит Аллах: «О те, которые уверовали, не будьте похожи на неверующих, которые сказали о своих братьях, когда они странствовали по земле или участвовали в битве в походе: если бы они были рядом с нами, то не умерли бы и не были бы убиты. Дабы Аллах сделал это причиной скорби в их сердцах. Аллах оживляет и умерщвляет, и Аллах видит то, что вы совершаете. О, я хайю, я кайюм, я мухи, ва я мумит, о оживляющий, умерщвляющий. Оживи души тех, в ком ты видишь хайра и блага. Умерщвляй жизнь и души тех, кто причиняет вред твоей религии, кто причиняет вред твоим рабам. Сделай коротким их жизнь, я мумит. Сделай коротким их пребывание в этом мире, я мумит. Дай жизнь нашим братьям, которые усердствуют на твоем пути. Аминь. Следующее имя, о котором хотел бы рассказать, имя Аллаха Аль-Вахидуль-Ахад, что на русском языке означает единственный, единый. Ученые, наряду с именем Аллаха Аль-Вахид, упоминают другое имя Аллаха Субхану ва Тааля, близкое к нему по смыслу Аль-Ахад, Аль-Вахидуль-Ахад, единственный, единый. Аллах говорит в Коране: «Куль хуа Аллаху Ахад», скажи: «Он, Аллах единый». В другом аяте говорит: «Скажи: Аллах творец всякой вещи, Он единственный, всемогущий, единый в своем существовании, не имеющий себе равных никого, единственный, который не имеет себе подобных ни в своих атрибутах, ни в своих именах, ни в своих делах, ни в чем, ни в чем нет равных Аллаху Субхану ва Тааля. Он единственный, кто заслуживает достойное поклонение. Аллах тот, кто нет божества, кроме Него, и Он единственный Бог, Аллах, который создал все сущее. И нет никого достойного поклонения, кроме Него. Нет никого с такими именами и качествами. Нет равных с Аллахом, нет подобных Аллаху ни в Его делах, ни в Его именах и в Его атрибутах. Аллах Аль-Вахидуль-Ахад, единственный, единый во всех смыслах. Ни в чем нет подобных Аллаху Субхану ва Тааля, как я уже говорил, ни в именах, ни в атрибутах, ни в делах, ни в решениях, ни в чем. Аллах единственный такой, которому нету подобных. О Аллах, я хайю, я кайюм, я вахидуль ахад, я мухи, ва я мумит, я муиду, я мубди. Сделай наши сердца мягкими по отношению к верующим. Сделай наши сердца сердца муминов. Сделай нас носителями добра. Ассаламу алейкум ва рахматуЛлагьи ва баракату. أسماء الحسنى These are the names of Allah أسماء الحسنى They are the names of Allah